Зиночка! Вам так нравится мое имя, месье Немовецкий? Не месье, Зиночка, товарищ! Товарищ? Товарищ Немовецкий! Что вы все время смеетесь? А вот и не догоните. Догоню! Останавливай здесь! Надоели эти поездки. Прошу. Ну и куда это нас занесло? Не знаю, надо Алекса спросить. Милый. Вот он, зверинец. Которым часть мне за вами? Парень? Оглох, что ли? Как договорились, к 11. И не опаздывай. Пошла. Тоже мне, господа побрежные. Хотя кто их? Ну, Василий Степанович, рассказывайте, рассказывайте. Ну, как было? Ну, вот я ему и говорю. Так прямо говорю. Ну что говорю? Кровосос! Договоришься! Выгонят они тебя! Не, не те, но не времена. Точно. Нам теперь все нипочем. Я бы хотела прожить здесь всю жизнь. А вы? Представляете, мы бы жили здесь, как Адам и Ева. Вы бы ходили на охоту, а я бы вас ждала. Представляете? У вас бы выросла большая густая борода. Мы бы жили тут и были бы счастливы. И еще вы мне что-нибудь читали бы. И меня никто бы не тронул. Вы бы меня защищали и ходили с каменным топором, представляете? А потом вы проснулись бы и захотели меня разбудить. А я умерла бы. Пустите. Что вы говорите такое? А потом похороны. Меня несут все в цветах. И никто не плачет. И всем радостно. И это забавно, по-твоему? Зачем ты нас сюда привез? Погоди, Манча, погоди. Вина мне или цикуты? Алексис, мне страшно, когда ты так шутишь. То ли еще будет. А расскажите про того человека. Ну, про того, который умер. Почему он умер? Он умер, Зиночка, за людей. За каких людей? За всех? А зачем? Ну как же, Зиночка? Наши государственные устройства и все институты власти пребывают сейчас в состоянии первобытной дикости. А бесправная, как стадо рабочая масса, вынуждена терпеть. И она терпит. Только мы их можем спасти, Зиночка. Только мы. Ну? Ну, парня. Хорошо. Давай. А? Кольк, в общем, что ты не пьешь-то? Да. Извиняйте, мужики. Ну, да. Мужики. Ну, давай. Давай, пей. Пойдемте сюда. Да-да. Смотрите, какое солнце. Это человек, которого вы вспоминали. Он умер в борьбе за их счастье. За новую и лучшую жизнь, Зиночка.
Да вот за такими, как он, пойдут миллионы, тысячи. А вы могли бы пожертвовать собой? Я бы не задумываясь. Как хорошо. Нам будет трудно, поверьте. Но мы те, кто нашли в себе смелость ступить на правильный путь. Возможно, Зиночка, репрессии и аресты коснутся и меня. Только мы их можем спасти. Да-с. Только мы. А себя мы спасти можем? Поздно, батенька, поздно. И когда я сам предстану перед судом, я приму смерть точно так же, лицом к лицу. Я не боюсь власти, пускай она меня боится. Власть? Это так плохо. Да, Зиночка, оглянитесь вокруг. Везде царит жестокий беспредел. Грабят, убивают, насилуют наши души. И когда появляется хоть какой-то просвет живой мысли, его губят беспощадно, вот так вот. Разрешите? Как было славно, дико, непонятно и ужасно. Пахли пальцы земляникой, что на кровь похоже ясно. Было мне 100 лет без мили, или 20 без недели. А меня вчера убили. В шутку, но на самом деле. Милый, я ведь тебя так люблю. А я тебя ненавижу. Господа, мне что, уйти? Нет, не надо, не уходи. Он сейчас успокоится. Да нет, я не успокоюсь. Неужели вы не понимаете, что мы через пару лет все сдохнем? Алекс, я тебя умоляю. Да вы что, не чувствуете? Кончилась эпоха. Мы пируем во время чумы. Эй! Алекс! Алекс! Не мужики, эти бабы не в моем вкусе. Нет в них эмансипации. Че эмансипации? Ну эмансипации. Зато все остальное нормально. Это да. Мне они даже пощупать дали. Ладно, давай праздник. Давай выпьем по-другому. Ну ты и сука. Сука. Что? Что вы говорите такое, Зиночка? Вы же ничего о них не знаете. Я ничего не знаю. И поэтому я вам не нравлюсь. Глупая. Да. Да, я глупая. Неправда. Неправда, Зиночка. Вы... Да вы хорошо учитесь. Да вы начитанная, Зиночка. Ну, Зиночка, вы красивая. И в этом прекрасном обществе вы будете самой прекрасной женщиной. Королевой? Зиночка, королей и королев, как и рабов, не будет. Будут только простые, трудящиеся и добрые люди. Ребятки, ну-ка поддайте, ну-ка следует! Вась, может, не надо? Я обнял свою
Ну, мужики, как вы меня? И пусть ухмыляются враги, пусть нас не сломить. Мы знаем, что только великими свершениями и грандиозными жертвами мы прорвемся к нашей цели. И мы с вами, Зиночка, в ногу пойдем в свет. Зиночка. Там все болевают. Вперед, моя хорошая, вперед. Светлое будущее. А вы что тут расселись, а? Ну-ка встали в светлое будущее. А там выпить дадут? Дадут, милый, дадут, о, мои хорошие! За мной! Тебя даже в шкальку не допросишься! Папуля, печенье, пошли. Думаете, я испугалась? А вот и ошибаетесь, месье Немовецкий. А я понравлюсь вашим друзьям? Разумеется. А среди вас есть женщина? Я могу пойти с вами. Они меня примут? Товарищи рабочие! Не подскажете, в какую сторону город? Туда? Совсем дохляк парень, обидно даже. Девчонка. Ну, девчонка, ничего, дай бог здоровья. Парень, погоди на пару слов. Слышь, надо ведь подождать, когда просят, а то ведь можно и нарваться. Эй, парень, может вам денег? Найти денег, все, что есть, пожалуйста. Товарищ, говоришь?
Я люблю. Через несколько месяцев я вступила в партию эсеров. И 13 августа 1906 года четырьмя выстрелами в упор убила генерала Мина. Была схвачена на месте военно-окружным судом, приговорена к смертной казни. 29 августа повешена в Шлиссельбургской крепости. Константин Немовецкий покончил с собой через полгода.